Максим. Пока расскажет, представь. Меня зовут Максим. Мне 18 лет и... Да и хватит, в общем, для чего вы ищешь о себе сказать. Музыкант. У меня вот красная блестящая рубашка, мне она очень нравится. Музыкант. Мы учимся... Хватит настройки. Если вам все нормально, то да. Вроде бы все нормально, но мы же себя плохо слышим. Большая часть нашей группы учится в Курском музыкальном колледже имени Георгия Васильевича Свиридова. К сожалению, сегодня не приехал наш аккордеон. Ну, что ж, мы без него попробуем справиться. Итак, первая наша песня называется «Воспоминания». Мерцает ночь десятками лап, и нам не даст сделать ночь шага прочь от прожитых травм. Осенний стук в весеннюю дверь. Послушай, мой старинный друг, ты становишься старым теперь. И пусть все новые заботы узнает твоя душа, ты мысли старые лелеешь, знаю, еле дыша, и все вокруг себя крыша. Ты берети на шаг спеша, в карманах шаришь, в поисках воспоминаний гашиша, лишь чувства под рукой шурша, и превращаясь в снежный шар, ломаю твой фальшивый шарм, и вот твой шанс. Ремарку. В песне, да, прозвучало слово «гашиш», но это не следует воспринимать как пропаганду наркотиков, поскольку он шел в обороте «гашиш воспоминанию». Соответственно, я сравниваю воспоминания с чем-то таким наркотическим. Это ни в коем случае не пропаганда наркотиков. Ну что ж, следующая наша песня, она называется «Танец с правдой». Тут будет жестко не хватать аккордеона, но что ж поделать. Зачем перья я берегу, ведь ты уже молчишь, знаю, ты устала. Холодная, яркий
электрических ламп развращает души, как высь пьедестала. Развернутые крылья свернет на бал. Невысказанных слов давно настала пора первого танца с правдой, гибкой партнерши правды, подстеженный ритм сердца. Сперва будет немного жарко, только не стоит шаркать в этом медлительном скерцо. Оркестр марш, да так, что дирижер чуть не загнулся, тактируя, вошел в безбожный раж. Мир под его напором перевернулся. Нелеп был этот пир во время чумы, и слушатель, бредя домой устало, вдруг ощутил тревожное чувство вины за то, что лишь теперь для него настала пора терпкого танца с правдой под аромат лаванды и сдержанный ритм сердца. Пройдя пару шагов променада, ты ощутишь, что правда звучит с твоим сердцем в терцию. Можно от напряжения фантазия ушла в свободный полет. И смотрит из зеркал с укором отражения. Упали страны, правда, покорно ждет. На нынешнем баллоне свободная дама с поклоном на танку ее приглашу. Не нужно лишь шуметь, пока не настала пора белого танца с правдой на сцене. Весь зал встретит кулом овации, каждый неверный шаг в танце жгучим, как водка с перцем. Вадим Викторович Перевязов, а это Антон Игоревич Арестов. Автор песни Максим Ковалевич.